Герметичный погреб для надежного хранения ваших продуктов. Почему? Миша, Миша, ты здесь? Да-да, да. Скажи, пожалуйста, а ты купил бы себе вот такой симпатичный герметичный погреб? А это погреб, это домик, я вижу. Я думаю, да. Я что-то не понял. Ну, я, конечно, шучу, ребят. На самом деле, просто если вы продаете герметичный погреб для надежного хранения ваших продуктов, то, наверное, на первом экране должен быть не дом, а герметичный погреб. Ну, дом, в принципе, наверное, есть, герметичный погреб. Но только после бутылки водки. Так, пластиковый погреб с новогодней скидкой. Внимание. А, вот он. А, он сильно армированный погреб. Вот эта картинка должна быть вот здесь. Люк, крышка, пластик, ребра, жесткости, вентиляционные патрубки ваших продуктов. Угу. Вот, цены. Самое важное, к чему я, в принципе, и шел. Так, ну, допустим, 2 метра на 1,5 высота. Длина, высота, ширина, высота, да. Длина, ну, ладно. Так, 6 это кубические метры, наверное, да. Тоже рекомендую, если у вас длинная таблица, не помещается на экран, делайте снизу еще тоже дублирующие вот такие вот объем кубических метров, чтобы не надо было ездить, вот так очень удобно. За таблицу респектую, сразу говорю. Хранение, стоимость указана с учетом 20% скидки. А, ну хорошо, скидки. А, понял. Это вот я просто это не прочитал, ну, плохо прочитал. Так, монтаж рублей. Так. $48 000. Итого, вот итого точно не хватает. Габариты, материал. Ну и кнопки, хотя бы консультации, что ли. Вот это вот экран можно как-то у вас вот этим... куском экрана можно воспользоваться, чтобы сделать сюда форму какую-то захвата человека. Допустим, здравствуйте, меня зовут Михаил. Ну, тут Михаил, повесить фотографию. Не Мажухина, а другого какого-нибудь Михаила. Вот. И еще добавить сюда форму захвата, мол, я вас проконсультирую по любым вопросам. Ну, хотя бы так. Ох, как вы любите эти форумы растянутые. Наши партнеры. Вот тоже блог, то же самое, что нам доверяют. Наши партнеры Щербинский лифтостроительный завод. Или Щербинский. Вы знаете, у меня есть квартира в Москве, и в квартире, ну, дом новый, вот, там стоят лифты. Ну, как бы кто-то дописал, у Щербинского лифтостроительного завода. Это я к чему? Потому что непонятно, к чему вообще вот эти вот, вот этот блог. То есть лифты. Ну, вы же лифты не добавляете сюда. Ну, то есть, зачем это? К чему? Почему они вам доверяют или ваши партнеры? Зачем? Наши работы. Я бы, наверное, наши работы, блок, переделал в последовательность. Вот мы его вывозим. Вот мы его, ну, как-то вот разбил бы вот эти вот картинки и подписал бы их. То есть начинается от А и заканчивается Я. Последовательность. Вот мы закапываем в грунт, там, не знаю. Сейчас попробую показать. Наши работы коттеджа. Евгений, Московская область, Дмитровский район, поселок Некрасовский. Проблема. Время от звонка до приезда бригады. Время работы 1,5 часа. Ну, ценника только нет, мы убрали, потому что ну, клиент попросил. Погрузка оборудования, приезд на объект, осмотр объекта, заправка, установка водой, процесс работы, работа до, после, расчет за работу, отъезд с объекта. Пожалуйста, квартиры. Приезжаем до работы итог. До работы итог. Приезжаем, работа, работа, работа. Ну, хотя бы так. То есть, вот, пожалуйста, крупный объект сложной работы.
Чистка ливневых стоков подземного паркинга. Диаметр труб 150-300 миллиметров, длина 500 метров чистки там, и так далее. То есть тут хотя бы это все расписано. Здесь просто фотографии. Набор фотографий. То же самое про сертификаты, да, я уже говорил, это повторюсь, сертификаты надо подписать, сертификат соответствия, да, вот, подписать снизу, что это сертификат соответствия. Это вообще непонятно, просто какой-то там непонятный сертификат, подпишите. Вам необходимы герметичные... О, попробую показать для примера. Вот, одна из оценок разобранной темы во время тренинга, оценки от 1 до 5. Подписано, что за фотографии. Результаты наших действий одним отзывом. Ну вот, например, я там пишу, да, что мы делаем в тренинге директологов. Результаты наших действий одним отзывом и отзыв. То есть мы подписываем, а не просто пихаем картинку. Сейчас попробую. Ну, про картинки я вот эти уже говорил. Вот Никита у нас в чате, я как раз похвастаюсь, покажу. Вот Никита, ссылки, еще с бесплатных курсов получил результат, видео. Дальше, после курса прошел сертификацию, ссылка, все. Ну, как бы, хотя бы подписано, не просто так впихиваем картинки и ладно, так сойдет. Ну, просто, чтобы подписать хотя бы. Это блок тоже непонятно, почему. Так, схема работы, заявка, расчет погреба, заключение договора. А почему так заключение договора просто или просто счет, предоплата, доставка вашего заказа? А где вы устанавливаете? Где схема работы вроде? Вы же пытаетесь все детально расписать. Тогда почему у вас в схеме работы нету, ну, может быть, я чего-то не понимаю, почему здесь нету установки? У вас же есть установка, у вас же в картинках есть. Основные преимущества кессона погреба. Змейка это. Невысокая стоимость, коррозийная стойкость, не требует гидроизоляции погреба. Отзывы должны быть с картинками. Ну, если уж тексты есть, хотя бы с картинками, ну хоть какие-то добавьте. Ну я понимаю, опять же, видите, вот какой лендинг мы рассматриваем, везде вы ленитесь к концу лендинга. Вам просто уже, а ладно, и так сойдет. А, я что-нибудь пихну уже. Ну, серьезно, начало, картинка, ну, даже красиво, не в тему, ладно. Потом там дальше расписывайтесь, все красиво, цена, а, ладно, дальше сойдет, пофигу. Ну, если я не прав, то уж извините.